Важное событие в интеллектуальной жизни региона. Наш город официально внесли на карту движение «Что, где, когда». После турнира «Золотого кольца», который состоялся в минувшие выходные, ивановские состязания по спортивному ЧГК подтвердили статус Кубка России. Цель ЧГК – это шоу все-таки. Да, это команда должна там показать себя. Здесь это огромное движение с единым рейтингом. Вот. Каждая команда, сыграв хоть раз, попадает в этот рейтинг. И уже может либо там расти, либо вот сейчас. Ну, я считаю, что такой неплохой задел на будущее в плане развития. То есть я думаю, что все хорошо получается. «Что, где, когда» массово в нашем городе играют последние 3 года. Начинали с 3-4 команд, сейчас их более 15. Выглядим на фоне других регионов вполне прилично. Это показал Кубок Золотого кольца. Вообще, чаще всего гуманитарные, наверное, и, естественно, научные. Но приветствуется общая эрудиция. И поскольку я технарь по первому образованию, программист, то вот такая специфическая логика может быть тоже очень востребована. Соревноваться ивановцам приходится с умниками из Владимира, Костромы, Москвы, Нижнего и Питера. Именно команда из северной столицы и увезла кубок. Ивановская сборная ИКО заняла 2-е место. Секрет успеха в знаниях и логике. Это совокупность, какие-то общие знания, и которые подкреплены способностью быстро их систематизировать и вынимать оттуда нужное, цепляться за какие-то слова и отсеивать лишний мусор и выбирать правильные ответы и правильные решения. Чтобы быть успешным в состязании для интеллектуалов, уверены участники, нужно много играть и набираться опыта, чтобы уметь раскручивать вопросы, знать, как к ним правильно подойти и суметь дать ответ в отведенное время. Ну, это вопросы на раскрутку, да. В принципе, но все равно там есть какая-то составляющая знаний. То есть не совсем школьные знания, чуть-чуть побольше, чем школьные. Но, в принципе, образованный человек должен их знать. Для меня наибольшая сложность, поскольку я технарь, гуманитарные всякие представляют вопросы, там история, литература какая-то. Лето – время для спортивного «Что, где, когда», свободное от крупных состязаний. Команды будут оттачивать навыки, играя в квизы. Межрегиональные соревнования начнутся осенью. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.